котики. Что, у тебя получается? Да. Уже половинка нарисована. Ой, какой у тебя красивый блокнотик. Это новый, что ли? Да. Это мне подарил Радим. Ой, а я забыла. Тут от Димы еще куча подарков. Давайте вместе откроем. Давай, покажи, что там. Ой, какой интересный. Это кто это? Это альпака. Такой симпатичный. Это его украшение. Ты решила первый рисунок уже нарисовать? Красная ручка с единорожкой. Угу. Ой, забыла. У меня есть еще подарок. Давайте вместе откроем. Давай посмотрим, что у тебя там за подарок. Ого, это все твои подарки? Да. Такой огромный кулек. Покажешь, что там в кульке? Я хоть загляну. Сколько там всего. Сахарная. На ней нарисована вот такая малинка. Красота. Candy floss. Candy floss — это конфета, да? Candy. Конфета, а floss, не знаю что. Вот. Raspberry. Raspberry — это что? Малина, да? Помнишь? Нет. А здесь такая интересная. Это малина. Малина. А здесь такая интересная мордашка. Ну ладно, такой еще вот в стаканчике. Это вата, наверное, сладкая, да, вата в стаканчике. Сладкая. А вот это шоколадные принадлежности. Принадлежности школьные, шоколадные. Да. Захотел перекусить. А что ты ешь, я скажу. А у меня это просто карандаши, я ничего не... Карандаши деревянные грызу, да? Да. Поголодалась. Да. Он открытый? Нет. Ну да, я их покажу ближе. Хорошо. Посмотрим. Потом открою. Вот такие карандашики. О, они тут разноцветные даже. А это что, точилочка есть, да? Точить карандаши? Поточил, поел. Ну, интересные такие. Давайте распакуем. Надеюсь, вот сзади вот такой вот. Я возьму ножницы. Вот. Карандаши листичные такие. Ну давайте вначале ластик. Ой, да, это шоколад. Похоже, да? Да. Мастерка. Крути, редкая. А, точно похоже на шоколад, сделанный в виде шоколадки. Ну попробуй на вкус. Молочный. Чай. Тут их три пачки. Малиновый с какими-то ягодками. Это смородиновый. С яблоком. И яблочко. И с ягодками. Ягодные. Хорошо. Интересно. А еще здесь есть вот такие малины. Эти конфетки я люблю на тортик. Давай покажу ближе, что это разные такие малинки, клубнички. Нет, это малинки все-таки. Разные конфетки в виде малинок всяких там. Ну, красиво, будем украшать тортик с тобой. Ну, давай попробуй, наверное, да? Откроешь? Попробуй вот эту голубую.
тебе прям подходит. Зеленый. Отлично. А что ж там еще есть? А здесь еще есть такие мармеладные червячки. Ну, червячки мы уже знаем. Ну, давай открываем. Да. Они с сахаром. Сахарные червячки. Ну давай, открывай, будешь уже пробовать. Раз сегодня у тебя конфетный день. Да. Вот такие. Ой, какая вкуснотища. Да, сейчас один день попробуем. А это у тебя такая резинка в виде косточки. Да. Такая красненькая. Вот это. Какие же. Открою, ну попробую. Там еще есть. Давай посмотрим. Как... Сразу в упаковочке. Да. Любимые твои жвачки. Да. Открывай. Я возьму вот такой. Сейчас я ее открою. Здесь жвачка и маленький комикс. Вот здесь вот такое. Здесь пишется, когда трудно сосредоточиться на мяче. С ягодками. Ягодно. Да. И еще одна фанта малина. А, нет, это клубничная. А малина, значит, малина, это клубника, это страубери. Страубери. Вот такая фанта. Ну что, будешь пробовать. Вот такие подарки. Мне понравились эти шоколадные карандаши. Мне понравились эти жвачки и фанта. А теперь мы идем пить чай.